Сегодня то что здесь с папой там происходит? Что мой папа там делает? Женечка, у меня идея, давай мы его напугаем сейчас. Давай, давай, готов? Ты готов? Да, да. 3, 2, 1. На сайте HotGame.ru ты сможешь выиграть любую топовую игру всего лишь за 49 рублей, а также Minecraft всего лишь за 20 рублей. Также на сайте присутствует различный выбор рандомных ключей. Ссылочка на магазин будет в описании. Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафте. Сегодня вместе с Жейкой и Игорем мы продолжим играть «Тот твой папочка» в Майнкрафте. Да, ребята, всем привет! Всем привет, ребята! Ребята, как обычно, не забываем ставить большие пальцы вверх, потому что чем больше лайков мы с вами сможем брать на всех наших видео, тем больше серий «Кто твой папочка» мы продолжим записывать вот таким составом. И, ребята, не забывайте подписываться на наши каналы, ссылки все есть в описании. И, ребята, также не забывайте писать свои положительные комментарии, в комментариях писать свои идеи для следующих серий по «Кто твой папочка». И давайте наберем 5000 лайков для того, чтобы ссылочку на эту карту мы оставили в описании, и вы сами смогли поиграть со своими друзьями. Приятного вам просмотра. Что здесь с папой там происходит? Что мой папа там делает? Женечка, у меня идея, давай мы его напугаем сейчас. Давай, давай, готов? Ты готов? 3, 2, 1. Папа, что это, блядь, сходит тут такое, я не понимаю. Папа с тобой? Что здесь сходит тут это? Так, я чё-то не... Папа, с тобой всё в порядке? Мне кажется, мы зря его напугали. Мне кажется, он немного свихнулся. Папа? Папа Эдички, ты куда? Папа Эдички, влезай отсюда, папа Эдички. Папа. Не, на пол. Папа, не... Микрофон. Папа Эдички. Я боюсь, папа. Папа, не пугай меня. Эдички, помоги ему, Эдички, помоги. Я не знаю. Папа. Помогите, папа, мне, папа, не да, папа, вот сюда. Папа, Эдички, вылази, вылази, вылази. Женя, что нам делать? А давай мы его будем учить все заново, он же умственно отсталый. Смотри, какой он неадекватный, папа. Папа, не дочки матери, это даже будет наш сын. Папа, папа, знаешь, папа, давай за нами. Там есть уточка, папа. Папа. Иди сюда, папа, Эдичка, иди сюда, папа, давай, папа. Иди, как я был хороший, иди сюда, сюда, давай, иди сюда, маленький, иди сюда, иди сюда. Иди сюда, мой хороший, да. Папа, иди сейчас сюда. Сейчас научим. Будем тебя учить, да. Мы идем. А, уточку посмотрим. Дай, смотри, 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 уточка, папа, смотри, уточка, пошли за мной, пошли за мной. Фламинго! Смотри, да, смотри, это фламинго. Не ломай. Да, папа. Ломаешься. Папа, молочко, смотри, молочко. Держи папа молочко. Иди сюда, папа Эдички. Мавка, что вам? Камон, папа Эдички, смотри. Вот давай будем тебя учить Жень. Считать по тематике. Папа. Эдички, давай учи. Давай. Папа, сколько будет 2 плюс 2? Либо. Да. 2 умножить на 2. 2 умножить на 2. Смотри, 2 умножить на 2. Папа. Либо. Какая, Женечка, я боюсь, что с моим папом случилось. Мне кажется, мы не сможем папа, научить его. Папа, понимать. Ладно, папа, что здесь нарисовано? Пап, не ломай, не ломай. Папа, смотри, что здесь нарисовано? Вот это. Кто? Член. А ты кто такой говоришь, мы же дети. Папа, папа. Ладно, у меня есть другая идея. Давай научим его музыке. Смотри, иди сюда, папа Эдички. Иди сюда, папа. Садись, садись. Так. Сыграешь нам что-то, папа? Йоу! Ну сыграй, сыграй, мы послушаем, мы послушаем. Нет, мне кажется, его нужно вытащить отсюда. Папа, а Женечка, покажи, как нужно играть. Покажи. Давай. Давай. Нифига себе. Видишь, папа, мы тебе показываем, как играть на пианино, а ты телевизор смотришь. Папа, смотри, смотри, игрушка, смотри. Смотри, смотри. А у меня еще есть, смотри, папа. Утка, уточка, смотри. Папа, иди... Он неадекватный полностью. Не отстаньте. Папа, как ему мозги вправить обратно? Я не знаю, может пойдем в игровую, может он там что-нибудь поймет. Пошли, папа.
Пошли, папа. Пошли. Папа, Эдичка, иди, иди. Не так. Он неадекватный. Папа, иди сюда. Папочка. Да, не прячь. Не прячься, папа. Давай сюда. Пошли сюда. Пошли. На. Спасибо. Ты такой умный, спасибо тебе папочка, большое за подарок. Да. Давай сюда. Спасибо. Вот смотри, игровая, вот смотри, собачка сидит, погладь ее. Гидрант. Погладь собачку, папа, погладь собачку. Ты мой гидрант. Папа, погладь. Дай вот, да, держи, только не бей меня. Держи, я вернул. Гидрант, вот. Папа, иди смотри, вот гидрант, смотри. Иди сюда. Гидрант, смотри, у меня есть гидрант, иди сюда. Ко мне. Цыпа, папа, иди сюда. Смотри, видишь, горка, забирайся на горку, там твой гидрант. Забирайся на горку, папа, забирайся. Поиграйся немного. Да, давай. Только скатываешься. Давай, папа. Ну попробуй. Ну разочек. Мне кажется, он не сможет. А, вот мне интересно, папа, что тебе больше всего понравилось в этой комнате? Слышишь, папа? Гидрант. Да, успокойся своим гидрантом, папа. Так, я заберу гидрант, ты выкинь, папа. Смотри, лок. Папа. Давайте выпьем, смотри, кис выпивка какая-то. Папа, иди сюда, папа, в эту сторону. Да, он уже накатил немного. Выпей, папа. Лечебное зелье. Да куда он в телевизор залез, папа? Да выпустите! Выпустите меня! Не понимаю, что за находки! Эдичка, я такое вспомнила, мне твой папа говорил, что у него сегодня какое-то собрание. О, не... Папа, к тебе сегодня придут деловые партнеры. Ты помнишь это? Нет. Я так и понял. Ну ладно, но все же нужно провести это собеседование, потому что решается судьба всего твоего бизнеса, папа. Давай за нами, папа. Папа, Эдичка, очень важно, подойди, пожалуйста. Вот сейчас не нужно дурачиться, потому что это очень важно. Пошли, папа, за нами. Папа, Эдичка, пойдем. Они тебя уже там ждут. Я не знаю, ну какой. Баба. Не туда! Папа, сюда. Баба, твою! Папочка, иди сюда. Кстати, сходит, кто у меня ведет, я не понимаю. Иди сюда, папа. Давай. Сюда, в эту сторону, в эту. Умничка. Вот сюда. Да не туда. Да! Папа, иди сюда. Сюда. Не туда. Папочка, иди сюда. Зачем ты такой дом большой купил? Тут вообще запутаться можно, заблудиться. Давай, иди сюда. Было очень много денег. Да. Ну вот сейчас будет решаться судьба всех твоих денег. Давай вот сюда. Твои партнеры уже ждут тебя. Иди сюда, папочка. Здравствуйте. Да зачем ты его? Неадекватный. Директор атакует. Он нас предал. Нужно его убить. Я помогу! Биту, да, бери биту! Иди, бери биту! Я его убью! Да бейте! Все, больше никого не бей! Это твой был самый главный партнер, ты его убил! Нахрен, Сенёнов! Папа, садись на стул, вот твой стул! Да какой фламинг, папа, садись на стул! Понимаешь, судьба твоей компании решается, садись! Садись! Так, мы твоя правая и левая рука, папа, сегодня будет решаться... Куда мы будем поставлять деньги, наркоту, оружие, многое другое. Это твои деловые партнеры. Да. Да? Папа, зачем ты дробаш взял мне про деньги? Папа! Ты убил? Да, успокой, папа. Папа, садись на стол. Подожди меня! Да твою мать! Что происходит? Папа, ты убил половину своих партнера, давай садись. Ты убил своего самого популярного партнера, ты понимаешь, что ты сделал? Ты Ванюшу убил, папа. Садись. Я не хочу сидеть. Ладно, будет стоя. Давай. Решай с ними проблемы, наркоты. Татан, гензы, семки. Да нет, папа! Женечка, нужно спасать бизнес. Папа, садись. Иди сюда. У меня все под контролем. Папа. Наркота продается, не стекла продаются, наркота. Золото, у нас есть золото. Золото. Вот, золото тоже продаем. Нужно решить, папа. Ну решай что-то. Папа, я сейчас не в состоянии. Ребята, приходите чуть позже, пожалуйста. Давайте, я из-за... Да ты что, ты нас убиваешь, а? Женечка, он всех убил? Нет, остался последний, папа. Да, твою, все. Остался,
Женечка. Пока что он не излечим. Ты, что папа. Что ты сказала? Что ты сказала? А? Это а? Единственный выход. Минга. Мне тоже. Женечка, знаешь что? Знаешь, что мы сейчас сделаем? Я займу его место. А ты... Он вернулся! Да убей его еще раз! Убей еще раз! Убей еще раз! Убей его! Стоять на... Да нет, Женечка, убей его! Женечка! Я убью! Где он? Папа, я займу твое место! Ты больше не адекватный! Так, Женечка, ты моя сейчас правая рука. Мы будем владеть этой компанией. Да он опять вернулся! Да умри ты уже! Что, мне кажется, его нужно будет излечить, но это как-то уже в другой раз. Да. Буль-буль. В другой раз. Да, папа, в другой раз мы тебя излечим. Да. В какой другой раз? Папа. Папа. Когда мы тебя излечим? Отстаньте. Я не знаю, Женечка, нужно его излечить как можно быстрее. Поэтому, ребята, давайте наберем 5000 лайков на вот этой серии. Мы сразу же выпустим следующую серию «Кто твой папочка?», где мы также постараемся излечить этого недоразвитого переростыша, да? Что сказал? И, ребята, также не забывайте подписываться на наши каналы. Все ссылки будут в описании. Также на нашего отсталого папу тоже не забывайте подписываться. Тоже есть ссылочка в описании. Да, ребята. Да. Поэтому большое спасибо вам за просмотр. Всем удачи и всем пока. Всем пока. Всем пока.